Отсутствие зарплат, пенсий и других социальных выплат из месяца в месяц ухудшает в Харцизке ситуацию с оплатой коммунальных услуг, которая, как отметил в частности директор горводоканала Константин Хмель, близка к критической. Люди за воду платят, ну, можно так сказать, не все платят, оплачивают наши услуги. 60% за октябрь оплата, процент оплаты. Все деньги, которые люди платят за воду, за потребленную, так же, как и юридические лица, на данный момент все эти деньги идут на погашение задолженности по заработной плате нашим сотрудникам, на заработную плату, на закупку реагентов, без чего просто мы не можем не очищать воду. Вот. Поэтому огромная убедительная просьба еще раз населению оплачивать своевременно свои услуги. Никуда деньги не уходят, ни в Киев, деньги все остаются здесь, деньги в компании «Вода Донбасс». Итак, за воду в октябре рассчиталось только 60% харцизян. Ничуть не лучше ситуация с платежами за коммунальные услуги и у харцизских энергетиков, которые фиксируют 55% уровень оплаты и полумиллионный долг населения за октябрь. И уж совсем катастрофической выглядит ситуация в Харцизктеплосети, где лишь 14% абонентов расплатились за тепло. Вряд ли какие-либо уговоры помогут ликвидировать задолженность по коммунальным платежам. Очевидно, что решение проблемы лежит в плоскости восстановления экономики региона. А это уже прерогатива только что сформированного правительства ДНР.